чуть-чуть рассказали перед этим. Да, чуть-чуть рассказали, небольшие нюансы. Рассказали так для спортсмена, да? Нет. 57 килограмм. Про подклад сказали, про это. Ну, все такое. Про подклад, что нельзя. Ну, что не все, да. Если катить. Там явного движения нету, да. Оценки не будет. Да. И еще что? Ну, про захваты. А, про захваты. Про падение вот на бок, чисто все равно, ага. Куда рука. У нас сейчас не рука важнее, а угол. Да? Сейчас. Это горло болит? Ну, понятно. А то 60. Успел с правшой не буду бороться никогда. Хорошо. Хорошо, передний. Красиво. Классик. Майку. Чуть-чуть было бы функционально. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, подруга сильная, если нельзя.